Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 2 песо 2016 года, Аргентина. Здесь изображено солнышко. И монета посвящена 200-летию независимости. Достаточно интересный дизайн для такого события. Рукопожатие и шапочка Санта-Клауса. Оригинально. Материал монеты биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо алюминиевая бронза. Вес монеты 7,2 грамма, диаметр 24,5 миллиметра. Толщина монеты 2,2 миллиметра, гурт ребристый с гладкими участками. Такая ориентация медальная. Так, переворачиваем монетку, как медальку. И я приобрел данную монету за 90 рублей. Достаточно недорого. И теперь у меня есть в коллекции еще одна биметаллическая монетка. Достаточно интересная. Вот такая. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените, пожалуйста, ролик лайком или дизлайком. Ответьте на опрос в правом верхнем углу, вот здесь. Всем пока!